Производственные коллективы страны на ударной вахте в честь 60-летия образования СССР. Яцкополянский орден Ленина, машиностроительный завод Кировской области. Здесь хорошо знают бригаду, руководимую Равилем Нигматуллиным. Она не раз становилась победителем в социалистическом соревновании. Ежедневно с конвейера сходит 1100 штук боковых прицепов для знаменитых «Ижей» мотоциклов Ижевского завода. Бригада Нигматуллина постоянно перевыполняет сменную норму, хотя вместо 35 сборщиков, положенных по штату, в бригаде трудится только 30 человек. Здесь каждый владеет смежными профессиями, успешно заменяя друг друга на любой операции. Вятскополянский машиностроительный завод готовится встретить всенародный праздник 60-летия образования СССР новыми трудовыми достижениями.